Дорогие мои друзья, товарищи, давайте, пожалуйста, сделаем максимальный репост этого видео, потому что данная проблема не решается сотрудниками Яндекса уже не первый год. Как вы думаете, о чем? А вот оно. Поездка сегодняшняя утренняя. Денежка поступит до вечера 22 февраля. То есть, что мы имеем? Везем сегодня, деньги через 3 дня. А давайте вы тоже ездить будете через 3 дня. Уважаемые товарищи пассажиры, если у вас нет денег на поездку, давайте, пожалуйста, на 11 номере дуйте или пользуйтесь общественным транспортом. Не очень уважаемые, но все же сотрудники Яндекс, если вы дальше продолжаете кредитовать пассажиров, делайте это, пожалуйста, за собственный счет, а не за счет водителей. Спасибо за внимание.